опровергнуть популярную версию о том, что князь Рюрик, создатель Руси, имел шведские корни. Такую цель поставил перед собой известный сатирик Михаил Задорнов. В Ригу он привез свой исторический фильм, средства для съемки которого собирал в интернете. С писателем пообщалась Светлана Гинтер. Я убежден, пришло наконец время вырубить с корнем историческую ложь. Сатирик Михаил Задорнов резко сменил профессию. Снял исторический фильм «Рюрик. Откуда пошла земля русская». Он инженер авиации, в одночасье стал историком и журналистом. Опросил ученых со всего мира – России, Германии, Швеции и США. Сделал массу интересных открытий и собрал неопровержимые доказательства того, что все народы Европы произошли от славян. А князь Рюрик вовсе не имел шведских корней. В Швеции шведский ученый мне рассказал, что никакого отношения Рюрик к Швеции не имел. Почему? Да потому что о нем в сагах не сказано. И более того, Швеции не было в то время. Не мог он быть шведом. Фильм Михаила Задорнова стал настоящей сенсацией. Сегодня его увидели и рижане в медиаклубе «Формат А3» в библиотеке Задорнова. На базе моих открытий многие защитят диссертацию. Ольденбург Стариградом назывался, а Зверин стал Шверин. А Росток от слова «расти» – там жили наши предки. Вот оттуда и пришел первый наш русский князь Рюрик. Но можно с большой вероятностью утверждать, что наш первый правитель Рюрик пришел из этих мест, где сейчас находится город, который в те давние времена и сейчас называется по-славянски Рерик, что означает «сокол». Река Эльба называлась река Лаба, просто по-латышски называлась. И было племя лютичей и венедов. Недаром до сих пор Вента, Венспилс, Венден, потому что это венеды, а эстонцы русских зовут Вены до сих пор. Я все это понимал, но в Гарварде он мне сказал, славянам на русской равнине сегодняшней 5000 лет. Я был в Швеции, в Германии и был в Америке, моей любимой стране, по одной простой причине. Собирал славянское прошлое, которое мы, славяне, потеряли, мы ослабоумели. А вот вам результат. 1150 лет со дня образования Руси, вот этот год, и праздника нет. Вы представляете, чтобы в Америке такого было? Чтобы они не праздновали свое образование, свое государство. Почему? Они знают, как праздновать. Не знают, что было. Вот. Кто плюет в прошлое, не имеет будущего. Русские понятия интернациональное, а не национальное. Поэтому шовинизм должен исключаться, если знаешь историю своего рода, как и национализм. Полгода, работая над своим фильмом, Задорнов изучал летописи и родословные, встречался с учеными и лингвистами. Немец, который написал этимологический словарь, Шлёцер, он в своих трудах утверждал, что Святослав от Свинельда, но Святослав – слав свет. А Свинельд – хрень полная. А что боярин – от слова барин. Простите, барин – от слова баран. И это у него научный труд. Вот такие бараны немцы писали нашу историю. Исторический фильм «Рюрик» снят на народные деньги, которые Михаилу Задорнову с помощью людей неравнодушных к русской истории удалось собрать через интернет. Светлана Гинтер, Артур Слепинч, Латвийское телевидение.